Хей, йо, гайз, с вами Шумики, и мы сегодня поиграем в игру, которая называется Portal. Это первая игра, считай, ну не первая игра именно Valve, а первая часть. Вторая круче, по сути только есть три части, это Portal, Portal 2 и Portal Story Mall или Mail, как-то так. Давайте, новая игра и погнали. Ага, у нас типа главы, да, здесь есть? Ну, у нас только камера нулевая, поэтому погнали. Интересно, сколько серий это выйдет у нас где-то, ну, думаю, серий 5 точно будет. Игруля полностью вся должна быть на русском. Так, СВД, двигаться, хорошо. Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставило вам положительные эмоции. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержимся. Вот это вот мы. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Да без она танцует. Ладно, погнали. Так, первый кубик, да, 0 из 19. Так, мы можем прыгать. Во всех играх они очень так интересно прыгают. Типа банихоп можно юзать. Тихо. Хорошо. По завершении испытания подопытному следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Короче, нужно будет сейчас быстро в настройки зайти. У нас тут есть достижения, я вижу. Так, мне нужно настроечки, клавиатура. Так, шаг, прыжок, сесть. Хорошо. Сесть, контур. Так, открыть синий портал. Это все равно использование звуки. Бежать тут нету, жаль. Я не помню, можно было бы вообще бежать и во второй части. Ага. А что происходит? А, ну типа автоматически, я понял. Оно через определенный промежуток времени меняется. Да я не в ту комнату зашел. Идеально. Немедленно покиньте исследовательскую камеру, поскольку продолжительное воздействие излучения кнопки на организм не является частью данного испытания. Так, я не понял, а... Чё? Чё? Что за фигня? Я ж поставил на кнопку. Класс, класс.
Не, ну распрыжка здесь сильная на самом деле. А, сконтр не работает, как в халфе. Так, следующий этаж. Все, мы прошли уровень. Так, по достижениям мне же прибавляется что-то. Кажись, нет. Ладно, не суть. Очень хорошо. Обратите внимание, что привкус крови во рту не является частью эксперимента и вызван побочным эффектом работы воля, который в относительно редких случаях может вызывать разрушение зубных плот, коронок и самих зубов. Мне нужна пушка. Хорошо. Теперь вы вооружены опытным образцом экспериментального переносного устройства создания портала. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно безопасны. Мне надо в отличие от самого устройства. Не касайтесь рабочего конца устройства. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вынести устройство за пределы лаборатории. Да нормально, нормально. Проследуйте в изоляционную камеру. Не упадите. Изоляционная камера. Отлично. Помните, день открытых дверей в лаборатории исследования природы портала. А, нет, достижения, смотри, даются. Ага, со стен камеры мне нужно сорвать. Хорошо. Так, мне нужно немножко музыку потише сделать. Не, тихо очень. Где-то вот так. Потому что Карен плохо слышно. Там, наверное, сдохнуть нужно. И пройти испытание. Так, подзагрузочка. Добро пожаловать в камеру номер 4. Вы делаете успехи. Вот почему я не могу тебя поставить, а? В целях соблюдения безопасности и проведения утвержденных программой опыта просим вас не уничтожать оборудование первостепенной важности. Больше кубик не дают? Готово. Отличный результат. В соответствии с протоколом тестирования в следующей камере наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи. Спасибо. Не, ну пока что довольно легкое. А потом будет сложнее и сложнее. Я играл только во второй части, все. И то, я, кажется, я не прошел. Ради вашей собственной безопасности просим вас не уничтожать оборудование первостепенной важности. Изи. В соответствии с протоколом тестирования, наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично. В соответствии с протоколом тестирования, с этого момента мы перестаем говорить правду. 3, 2, 1. Отличненько. Ну, пока что мы продвигаемся, по времени у нас тоже нормально. Может, мы выполним все эти 19 испытаний? О, здесь уже темнее стало.
Несмотря на то, что одним из девизов экспериментального центра является безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых невероятно может вами гордиться. Ну это легко на самом деле. Next. Мы пытаемся по-быстрому выполнить все 19 этих испытаний. И закончим серию. Правила требуют установки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук и яркий свет раздражают высокоэнергетические шары, вследствие чего... Вот, а если я умирать буду? Вот мне интересно, если я умру. А ну-ка, достижение. А нет, за смерть мне ничего не дают. За... Что? Так, стоять. Неизвестно, так, быть готовым на все, чтобы выжить. Сорвать со стены камеры. Подпрыгнуть на 300 фунтов. Получить полностью заряженную экспериментальную противоположность. Портальную пушку, это потом. Закончить все испытания с серебряными медалями. Закончить все испытания с бронзовой медалью. Сбить пушкой... Так. Огнем из другой пушки. Бить пушку огнем, хорошо. Так, пройти все 6 усложненных камер. Закончить все испытания с золотой медалью. Пройти 4 усложненные камеры. Пройти игру, это будет легко. Пролететь 30 тысяч фунтов. Пройти 2 усложненные камеры. Принять правильную позу ожидания распределения читак. Вечеринки. Хорошо. Звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук. Хорошо. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными лицами, чтобы достичь изоляционной камеры. Не, ну это понятно, конечно, что сделать нужно. Бац. Полетели. Банихопим. Next. Сейчас подзагрузка, по идее, должна будет быть. Да, подзагрузка. Обратите внимание, что в этом испытании добавлено наказание за ошибки. Любой контакт с полом камеры приведет к пометке «Неудовлетворительно». На вашем бланке тестирования и немедленной гибели. Удачи! Так, ладно. Вовремя сказали пригнуться. Так, на самом деле, так, подождите. Я сейчас не понял прикол, почему ты не пролетаешь. Воу-воу-воу! Так, раз. Два. Попробуем так. Легко. Долго. Почему я туда сразу не могу телепортнуться, да и все?
впечатляюще. Заметьте, что иллюзия угрозы жизни создается для того, чтобы у вас остались как можно более яркие ощущения от испытаний. Да, очень яркий, слушай. Впечатление. С сожалением сообщаем, что следующее испытание непроходимо. Даже не пытайтесь искать решение. Вижу уже. А. Ясно. Так, делаем так. Готово. Поразительно. Вы сумели сохранить решимость и присутствие духа в специально созданной атмосфере глубочайшего пессимизма. Ну, это очень такие легкие на самом деле сейчас миссии. Просто даже банальные. Это уже сейчас будет 10 из 19. Еще раз повторяем предупреждение. Для успешного кинетической. Так, телепортация. Да не, стоять нужно. Вот так вот. Замечательно. Вы начали понимать, как проход через портал влияет на кинетическую энергию тела, а именно никак. Мне просто интересно, мне за это что же, да, пойди, за полеты дают? А, там не исчисляется, ладно. Между порталами продолжает действовать закон сохранения энергии. Говоря языком дилетанта, что быстро влетает, то быстро и вылетает. Готово. Дальше. Долго лифт, короче, понимаете, я не знаю, или там он отпускается. Загрузка. Экспериментальный центр гарантирует абсолютную безопасность условий каждого испытания. А в опасных условиях экспериментальный центр предоставляет помощь в виде полезных советов. К примеру, контакт с этим полом вас убьет. Постарайтесь этого избежать. Я не пойму, что я должен делать. Так, ну допустим. Так, отлично. Тихо, я застрял в портале. Вторая пушка и все, и будет изи-изи забеги. Я попытаюсь еще ускориться. Устройство было подвергнуто модификации, и теперь способно единовременно создавать по два связанных между собой портала. Опциональным пунктом протокола тестирования, мы рады сообщить вам занимательный факт. Теперь устройство стоит дороже,
чем годовой доход и внутренний уровень всех жителей в городе. А, ну очень... Все. Я думаю, как я успею вообще за промежуток такой маленький, я понял. Знаете, вот рассинхрон, видите, идет такое как бы зеркальное отражение. Давай, давай, у нас уже есть вторая часть пушки. Короче, просто падаем. Здорово, кубик. Нормально, нормально. Но пока что ничего такого не происходит. Я знаю, в игре еще должны быть турели. И более сложные, очень сложные миссии. Водичка. Так, 13-я комната. Поскольку вы научились свободно оперировать двумя порталами сразу, пришло время для очень-очень долгого испытания. Если от жажды у вас закружится голова, смело падайте в обморок. Вам ведут руку и вернут вас в чувство с помощью адреналина и касторовой мази. От ряда предметов может зависеть успех проведения опыта. Не уничтожайте лабораторное оборудование. Так, как я понял, сюда, да, должно? Это чтобы за одним кубиком пойти? Раз кубик. Раз. Так, хорошо, здесь у нас мне, значит, синий нужно. Как-то так, да? Согласно уже упомянутому протоколу тестирования, с этого момента и далее мы не имеем права произносить звук. Когда вы уйдете, мы будем по вам скучать. Я чуть камеру просто не упустил. Камера, камера, камера. Четырнадцатое. Все индивидуумы намерены
намеревающиеся посвятить себя технологии порталов с высоким уровнем гамма-излучения, должны осознавать, что они могут быть подвергнуты проверке на соответствие данной работе. Проверка на соответствие не требуется и не будет произведена. Вы идеальный объект исследования. Но я понял, что я должен со скоростью быстро пролететь, типа в сам низ упасть. Так, сюда. Так. Подальше возьму. Так, готово. И как я должен... Хотя... Так, смотрю на это. Ой. Что пошло не так? Так, я что-то немного не понимаю. Извините, я тупой. Извините, я немножко туповат. Так, первая загадка, которую я немного не пойму. Здесь я не могу стрелять. Не могу попасть туда. Все, ясно. Нет, не понял. А так бы сейчас меня задело. Теперь я понял, все. Призовой лифт готов. Летим. Экспериментальный центр заботится о физическом и психологическом здоровье участников испытаний. По завершении программы вам предложат тортик и возможность выговориться перед дипломированным сочувственным слушателем. Благодарим вас за помощь, помощи нам помогать всем вам. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Так, хорошо, допустим, сюда. И он автоматически убирает. Ух. А вот это вот сложно. Ну хорошо, допустим, я понял, как здесь делать.
Отлично. Не-не-не, опускайся, запустись, Да понимаешься. Камер нету. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Ага, я могу здесь так пройти, хорошо. Всегда буду оранжевый выставить для того, чтобы просто их подцепить. А, не попал. Ну, здесь понятно, что нужно сделать. Легко и просто. Угу. А здесь нелегко, потому что там закрыто все. А, стоять, тут есть спуск вниз куда-то. Я понял, куда это спуск вниз. Так, меняем немного. Ага. Рикошетами, да, нужно? Сложнява, сложнява. Ну это чисто обратно. А как мне сделать так же, но в другую сторону? Сложно. Сложно. Давай вот так. Мне нужно, походу, как-то с вот этой еще стеной взаимодействовать. Она что, в разные стороны начинает биться. Возьмем повыше. Я не это хотел сделать. Сейчас заново, да, самого? Ладно, хоть не с самого-самого. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Так, хорошо, дальше. Поближе немного. Хорошо, дальше. Раз, два. Нет. Нет, нет, нет. Мне нужно как-то с вот этими вот стенами так сделать. Сюда. И он куда-то хер знает куда летит. Вау, это было близко. Как я тогда сделал так, что он...
Сюда. Что он вернулся обратно? Нет, я как-то по-другому тогда сделал. Тогда чисто ровно отрикошетил и полетел куда мне нужно. Блин, он здесь бьется. Вот так где-то нужно тогда. И сюда. Ну, короче, сделаем вообще туда, чтобы я знал точно, куда ты бьешься постоянно. Сука. Вот. Вот. Теперь мне также нужно сделать с этой стороны. Готово, неужели на, неужели? А как мне вернуться? Ух. Переждать лифт и все. Давай быстрей! Поплыли, поплыли. О-о-о-о! Вот оно еще, черт. Тогда стоять, мне нужно наоборот сделать. Сюды, сюды. Сложно. Мне нужно теперь принцип понять. Блять! Пожалуйста, только не заново, Пожалуйста. Ух. Немного коса. Немного еще можно сдвинуть. Идеально. Так, запоминаем, что там фиолетовый, мне нужно синий использовать. Блять, об что я там врезаюсь, не понимаю. Что мне там мешает? Что скажите? А, мысля есть. Мысля. Мысля. Я тупой. Я ступил немного.
Вот, и все. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. И это еще не все, класс. Мне теперь нужно понять, куда мне идти. Хорошо, здесь у нас что-то на время. А вы знаете, что у вас есть уникальная возможность пожертвовать? Ну, это легко было. Вот это было легко, ладно. Ну как, именно вот это на скорость. Там я что-то сразу не додумался, с где боковые стороны. Ну, в принципе, время. Давайте, наверное, заканчивать. Сейчас заедем и закончим. Короче, какая-то у нас. Камера данного испытания в данный момент недоступна из-за проведения плановой технической проверки. Мы заменим это испытание полосой препятствий для солдат-андроидов. Турельки, турельки. Извиняется за причиненные неудобства и желает вам удачи. Турельки. Ладно, давайте тогда на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.